Акыну, доктору филологических наук, профессору, отличнику образования Кадыру Жусупу исполнилось 85 лет. Всю сознательную жизнь он посвятил сферам образования и науки, и на сегодня полон сил. Жизнь талантливого поэта, педагога, внесшего большой вклад в воспитание подрастающего поколения, может служить достойным примером для молодежи. Кадыр Жусуп родился 10 января 1937 года в городе Гурьев Атырауской области. После завершения Гурьевского государственного педагогического института в 1961 году начал трудовую деятельность в качестве учителя казахского языка и литературы в городской средней школе имени Абая. Далее работал заместителем директора средней школы номер 11 имени Ибрая Алтынсарина, директором Дома народного творчества, директором школ номер 7 имени Мухтара Ойзова и номер 19 имени Каныши Сатпаева. С 1982 года начал преподавать казахский язык в Гурьевском педагогическом институте. Далее возглавил здесь кафедру казахской литературы. В 2001 году был избран членом Академии социальных наук. Творческий путь Кадыра Жусупа можно разделить на три направления – писательство, наука и педагогика. Во всех этих сферах он достиг значимых результатов. Кадыр Жусуп отличается огромным трудолюбием. Если в сутках 24 часа, то 11-12 часов из них он уделяет писательству. Также его украшает открытый и добрый характер. Он готов помочь каждому. К примеру, если в университете имеется порядка 500 человек профессорско-преподавательского состава, на день рождения каждого он пишет отдельно им стихи. В свет вышли сборники Кадыра Жусупа под названием «Естелик», «Асау Атырау». Он также является автором книг под названием «Әдебиет сабағында оқушылардың творчестволық ізденістерін қалыптастыру», «Орта мектепте лириканы талдау», написал биографические труды о жизни Зейнулы Кабдолова, Абиш Кекельбаева, Жумекена Нажмеденова. Если говорить о творческом пути Кадыра Жусупа, он прошел обучение по специальности казахский язык и литература. Данная сфера стала его делом жизни. Он проявил здесь все свои творческие способности. Он является педагогом с большой буквы, воспитал не одно поколение талантливых учеников. Я бок о бок работаю с профессором уже на протяжении 34 лет. Он руководил кафедрой, когда я впервые пришла сюда на работу молодым специалистом. Сейчас уже я руковожу данной кафедрой. И в том большая заслуга Кадыра Жусупа. Кадыр Жусуп награжден многочисленными наградами и медалями различных степеней. Является почетным гражданином Атырауской области. В 1988 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лирика Жумекена Нажмеденова». А в 1996 году докторскую диссертацию под названием «Жумекен Нажмеденовтың ақындығы». Он выпустил не одно поколение молодых учеников, которые сейчас достойно трудятся в различных отраслях экономики в масштабах области и республики. Кадыр Жусуп занимает достойное место в истории Атыраусского государственного университета имени Халила Досмухамедова. В том заслуга его огромного трудолюбия. Он всегда окружен своими учениками, друзьями, с которыми активно делится своим опытом и знаниями. Он был для нас примером педагога. Это очень талантливый и интеллигентный человек. Кадыр Жусуп – талантливый писатель, педагог, который может разглядеть и раскрыть возможности каждого своего ученика. Это только одна страница его жизни. Коллектив телеканала «Атырау» поздравляет профессора с юбилейной датой и желает ему долгих лет жизни. Ахан Игламов, Алихан Хайдар, Гульфара Маратова, телеканал «Атырау».